Сначала со всеми поздороваемся. Я Привет, уже Алина. поздоровалась. А, да, ну вот я Да. всех приветствую. Это первый прямой эфир, немного волнительно. Нет. Позанимаемся. У меня цель дожить до конца. Скажем так, буду мостиком между профессиональным спортсменом и олимпийской чемпионкой и людьми, у которых по разным причинам не получается держать себя в такой физической форме, это работа или лень. Я у кого как, поэтому будем делать разные упражнения. Не надо геройствовать, чтобы завтра все могли встать с кровати. Надеюсь, и мне это удастся. Так что начнем потихонечку. Если меня чуть-чуть не видно, то извините, чуть-чуть. Ну, пока видно хвостик Масара. Она хочет с нами просто заниматься. Ну, я верю. Но я просто пока Юки не... Она за дверью, потому что иначе урока не будет. Эй. Все, я видно. Чего Так, вы ну хотите? что, давайте начнем просто с разминки. Так что повторяйте за нами. Сначала давайте разомнем шею, покрутим просто головой. Меня хорошо видно. Давайте я подальше поставлю. Все. Да, хорошо видно? Да, тебя прекрасно видно. Я вот пока не решил, что я буду делать со своим планом, потому что ту конструкцию, которую я создал из стульев, Вы книг и на так пол далее, я вряд ли так подвину. просто поставьте все. Да. Ладно, поехали. Так, 5 раз влево и теперь 5 раз вправо. Ну, все, голова закружилась. Так, давайте чуть-чуть плечики покрутим. Второе. Кстати, мы не рассказали про свой план тренировки. А он есть, да? У меня есть. Я вам даже вроде рассказывала. Да я шучу, шучу. Так, давайте теперь круговые движения руками. Проверьте, чтобы над вами не было люстры. У меня она есть, я постараюсь ее не задеть. Давайте так же 10 вперед, 10 назад. Отлично. Так, ну что, теперь поработаем немножко бедрами. Покрутим тазом. Так, 5 влево, 5 вправо. Я пока расскажу про план, или вы расскажете? Да, рассказывай, я бедрами кручу. Хорошо, у нас сейчас сначала разминка, а потом будут несколько упражнений на ноги, пресс, спина. Короче, задействованы все группы мышц. Потом у нас, естественно, как в конце всей тренировки, будет растяжка. Да, отлично. Пообщаемся Я еще. уже боюсь растяжки с тобой. А? Уже боюсь растяжки с тобой, что я порвусь на ней. Да, будет нормально. Но я не обещаю. Так, давайте наклоны делаем. Ставим ноги чуть шире ширины плеч. И делаем наклон влево, по центру, вправо. Поднялись. Вправо, по центру, влево, поднялись. Приготовились и поехали. Раз, два, три,
Да, не забываем дышать. Один мой друг мне буквально перед эфиром напомнил об этом, чтобы я не задохнулся. А то может быть кислородное голодание и... Ну, короче, это не очень хорошо. Ну, я думаю, на самом деле, кислородное голодание у многих во время этой самоизоляции. Ну, нам надо было все это пережить, и все. Да. Дальше. Дальше нам надо это пережить, да, мы запомнили. Так. Давайте теперь поприседаем. Просто 10 приседаний. Пятки не отрываем. Руки вперед. Приготовились. И... Пальчики дотягиваем. Посмотрю, у меня висели. 90 градусов не должно. Договорились с Данилом Марковичем, что мы будем делать сначала. Данил Маркович будет делать ноги, я буду делать пресс, спину. Поэтому после ног я буду делать движение на пресс. Короче, ложимся на спину. Это будет легко сначала. Так, вот. Как бы мне теперь... А меня вообще насколько видно, чтобы я понимал, да, что мне сказать? До колен. Короче, просто вниз положите телефон. И что-нибудь подложите. Вот, так и далее. Прекрасно. И, короче, поднимаем лопатки. Вот так. То есть, а сколько раз-то? Сколько раз поднимаем? 15. 15. Кто сколько может, просто у нас ограниченное время в эфире. А, я понял. А потом сразу делаем вот так. Договорились. Ну, это если я доживу до второго. Ладно. Ну, я верю. Давай, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 14, 15. И бок там. Пытаемся достать до пяток. Тут качаются косые мышцы живота. Все, этим закончим. Живите! Теперь ваше упражнение. Ну, я знаю, чем тебе сейчас подсолить отжимания. Давайте, я... Вот так, чтобы было. Так, отжимания, кто сколько может, я реально знаю, что даже у нас в группе с этим очень часто возникают проблемы там. Поэтому, ну, давайте постарайтесь сделать 10 раз. Кто может больше, делаем больше. На кулаках, как я, не надо. Только не смейтесь, пожалуйста, сильно. Да я буду делать, мне будет тяжело смеяться. Я зрителям тоже сказала. И все. Да, должно быть хоть какое-то упражнение. Я больше. Не, я все. Да я понимаю. Ну и чё, у меня будет очень сложное упражнение. Я верю. Короче, теперь я думаю, что спину. Мы делаем сначала, получается, 20 раз так. Потом 20 секунд держим. Поняли? Да, ну я просто первый раз вижу, конечно, да. Потом мы делаем с разводкой рук и ног. Тоже 20 раз. Хорошо, что держим 20 секунд, а не минуту. Ну, я как бы так лайтово. Готовы? Ну, я да.
И 20 секунд держит. А, блин. А ты считаешь? Нет. Ладно, пусть так. Я так и думал просто. Ну, кто сколько может, короче, если вы думаете. И с разводкой сразу буду давать. Сколько раз? 13, 14, 15, 16, 17. Так, не халтурим. Я запуталась. 19, по-моему. 20. Все, я отключаюсь. Ну ладно, не будем больше. Я теперь ваше упражнение. Ну, можно, кстати, чуть-чуть потянуть. Давайте потянем, да. Ага. Ой. Так. Надо постоять, хватит лежать. Ага. Так, теперь... Делал упражнение, как бы его, чтобы он в кадр я попал. В общем, мы с вами делаем прыжочек не высокий, просто чуть-чуть отрываемся на правой ноге, вот так. И сразу делаем широкий шаг влево, в выпад, то есть садимся вниз. Да, именно вот так. Значит, мы делаем с вами 5 раз с одной ноги и 5 раз с другой ноги. В общем, Алину, как я вижу, в кадре прекрасно будет видно, поэтому по ней будет понятно, чего я хотел. Ну, ладно. Допустим, нормально будет. Да, давайте. С правой ноги начинаем. И раз. Сели. Ага. Чё, не торопись. Я понимаю, все это спортивный дух, много сил, молодость. Дай подышать. Ну, можно чуть-чуть передохнуть? Можно ответить на вопрос, кстати, потом. Ну, может быть, во время растяжки? Тогда меня не будет видно, я не буду видеть телефон. Я просто привык, что с детства во время растяжки можно было смотреть мультики. Ладно, давай сначала с другой ноги сделаем. Давайте. И... Вы считаете? Ну, как ты видишь. Раз ты все еще прыгнешь. Так, ну теперь я на пресс. Да, а я посмотрю. Короче, давайте сначала вот такой прыгнуть. Ну, 10 раз, нормально? Точно не больше. Потом делаем, короче, нет, вот такое упражнение. 20 раз. Угу. Ну и нормально, до первого. Да, мы все готовы. Делать.
Сейчас у нас пока бы чесалки. Да, она пресс качает через твою руку. Ой, прессуха будет. Давай, подожди. Все, давайте начинать. Раз. И сразу же. Сразу да. Же. Да, я готов, готов. 20 раз. По желанию, кто хочет, тот больше. Не, ну я, конечно, не буду раньше тебя останавливаться. Ну ладно. Давайте растянем пресс. Мне кажется, у меня там что-то лопнуло. Ох, этот возраст. А не с резинкой, да? У вас нет резинки, да? Да, но ты можешь сделать, мы с удовольствием все посмотрим, у кого нет резинок. Я же сделаю. Да, я поэтому говорю, я как раз переведу дух. Также поднимаемся и разводим руки. Тут задействованы и пресс, и руки, и, короче, и плечи, и спина. Не, ну давай уж, у кого нет резинки, мы так, как будто она есть. Давайте. Давай, продолжай. Сейчас, я думаю, нормально. Да-да-да. Что бы хотелось? Можно представить, какая у меня тяжелая резинка, как она вообще не тянется. Самовнушение. Да. И, короче, уползает потихоньку. Короче, я сделала больше, чем 10. Так, ну чего, минутку дышим и идем дальше. Ну, можно, кстати, поотвечать? Ну, давай. Я красная. Вот, кстати, как погода? Да неплохая. Я, честно говоря, плохо в этом последнее время разбираюсь. Не часто выхожу из дома. А у нас жарко. Ну, не очень. Ну, какие там вопросы? Ну, там японские иероглифы, все понятно, можешь отвечать. Я японский кучу. Скучно. Очень. Развлекаемся как можем. Кстати, вы что делаете на карантине? Как ты меня спрашиваешь? Да. Я вам могу задать. Да ничего интересного, на самом деле. Чувствую полную бесполезность себя для общества. Без фигурного катания я обществу не нужен. Да так, смотрю фильмы, музыку еще слушаю, не знаю, сериалы. Очень понравился сериал про Майкла Джордана. «Последний танец» называется. Очень интересно, советую посмотреть. Кстати, я хотела его недавно. У меня даже есть сейчас на iPad. Я начала смотреть, и тут же закончила, потому что мне позвонила ученица.
Ну вот, посмотрите, многое будет близко. Хорошо. Так. А, пистолетики спрашивают. Мы делаем пистолетики на ПВ. Ну, мы можем сделать пистолетики. Ну, на правой ноге точно сделаем. Правда, Да да. и на левой тоже сделаем. Ну, Это я сделаем. проверял. Да, редко бывает. Пистолетики, ну давай по 5 раз. А, вот тут посмотрим, у кого ножки-то сильнее. Ну, сейчас я попробую, подождите. Видно? Да. Как ты на попу сядешь, видно будет. Направо я нормально делаю. Да я вообще удивился, что ты слева решила начать. Это правая. Чего? Вот это. Так, ну сразу. Вот это левая. Вы же понимаете, что все наоборот, нет? Но для вас? Нет, для вас левая. Так. Тут Когда три. уже каток откроется? Это тот вопрос, который мы задаем себе каждый день. Но точно не раньше июня. Это мы точно знаем. Пока только так занимаемся. Это вопрос вообще? Видимо, никому не интересно. Вон там, покажите, как прыгать. Но если я прыгну, то у меня, мне кажется, этот обвалится шкаф. Если я прыгну на Масару. Она не очень хочет, чтобы я на нее прыгала. Так. Как готовишься к 18-летию? Никак. Хороший ответ, да? Веду прямой эфир. Да, кстати. Наверное, не точно. Так, ну ладно, все отдохнули, я так понял. Давайте продолжать пока. Еще успею поболтать. Так, пресс и спина у меня уже отваливаются. Можем еще немножко на ноги сделать. Давай. Сейчас посложнее упражнение. Я его видел в Инстаграме, мне оно очень понравилось. Руки вот так ставим. Ноги на ширине плеч. Мы садимся в низкий присед вот так. Из него немного, ну, не высоко выпрыгиваем. В этот момент ноги ставим вот так, как в полувыпад. Сзади нога встает на полупалец. Да, то есть мы делаем с вами. Подождите, вот так? Да. И получается, мы сели, выпрыгнули, попали сюда, и здесь 2 раза покачались. Опять. Сюда, сюда. 2 раза покачались. Тут 2 раза, тут 2 раза, тут 2 раза. Вот так вот мы и на льду занимаемся, нет? Я быстрее всех схватываю, не надо. Да я знаю. Там один. На 2 ногах один, когда мы вот так садимся. Один раз. У меня есть резинка. Я буду делать с резинкой, ладно? Ну окей. Ты точно так широко ноги раздвинешь? С резинкой? Вот здесь 2 раза, да, вот тут 2 раза садимся. Давайте, погнали. 5 раз делаем. И сели. Прыжок. Раз, два. Сели. Прыжок. Раз, два. Все, запомнил? Давай. Чувствую, как мой дом начинает рушиться. Как там Юки, кстати? Ой, она счастлива. Столько времени у нее есть возможность меня кушать. Так, ну мы сделали больше намного, я уже это чувствую по ногам. Это мое упражнение? Да. Я думаю, это будет тройной тур. Туры я здесь очень люблю.
Да я стенку вывалюсь. Короче, мы на спину делаем сейчас. Поднимаемся и сходим плеть. Понятно? Ага. Вот, начинаю вспоминать по слову, не забывать дышать. Да, да, обязательно нужно дышать. А то задыхнешься. Ну, 15 раз давайте делаем. А с ногами чего? Лежат? Ну да, можно поднять, если что. Ну, конечно, что не поднять-то? А не так же, как спорткой делать, короче. Давай. Я рад. Да, давай сделаем. Нет, потому что последнее, а потом на растяжку пойдем. Ну окей. Не, давай, у меня еще два. Давайте два сделаем. Как раз мне интересно, насколько тебе будет сложно это. Так, ставим руки треугольником, то есть кулачки вместе, локти в сторону. Ноги сзади на полпальца и широко. Ага, это получается у нас как планка. Попу не задирайте. И отсюда меняем по очереди одну руку вперед вытаскиваем и другую. А вы уверены, что это надо? Ну ладно. Сложно. Ладно. Да. Видите, меня не видно. Мне нравится. Реально, Масару, которая не понимает, почему ее вообще надо двигать. Ее все в порядке, она в кадре. А ей главное, чтобы она в кадре как раз и была. Она очень хочет. Так. А мы делаем так? Вот так? Да, и поехали. И правое, левое. Правое, левое. Вытягивай, вытягивай дальше. Как дела, Лин? Да, привет. Издевайтесь. Ну, стерпитесь. Теперь мы делаем, короче, такое упражнение. Понятно? Да. Для носка. А потом? Подождите. Потом мы делаем вот так вот. Нет, давайте лучше сделаем вот эти упражнения. Что делаем? Просто очень много упражнений, которые я хотела сегодня показать. Короче, сначала вот эти. Хорошо, давай.
Давай сначала мы сделаем вот это 20 раз, потом передохнем и сделаем боковые, но с остановками. Типа раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Ну, давай, короче, поехали. Благо, мне не видно ног, дотягиваюсь я до них или нет. Все, хорош. Давайте сразу. Блин, что ты за человек? Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. С точкой. С остановкой. Ну, смотри. Так вы повыше. Так легко. Это просто такой угол камеры. Я высоко. Так, конечно, более привычно себя чувствую, когда просто смотрю. Следующий. Да, давай, у меня будет последнее на сегодня. Хорошо, уже работаю. А конфетка где? Потом дам. Не прикалывайся. Короче, ставим перед собой вот так вот руку на локоть. Сами находимся боком. Ногу на ребро, скажем так, и одну ногу. То есть одну ногу кладем на другую. Вот такое положение. Бедро втянули. И поднимаем руку наверх. Посмотрели на нее. Скрутились сюда. Опять наверх. Скрутились. Давай. Раз. Так, и с другой. Все. Фу. Ты что, растягиваться? Нет, пошли жрать. Так. Ну давай, ты же говорил, растяжки за тобой. А? Ну давай, показывай растяжки, ты же хотела. А вы тоже делаете? Я буду, конечно. Я буду просто так держать, а все остальное тело будет делать растяжки. Так нечестно. Да не, я буду, я правда. Это растяжка уже началась? Мы шею растягиваем. Вон там человек написал, что у него что-то хрустнуло, я согласен. Ничего, пройдет.
Вы пока тянитесь, я пока буду. Я застыл в ожидании. Либо я просто не могу вывернуть обратно руку. На самом деле трогай. Скажи, телефон мой. На себя носок. Меня видно? Да, тебя прекрасно. В таких положениях как раз то, что меня хуже видно, это прекрасно. Это в другой ноге там же носок, понимаешь? Теперь садимся и ногу одну подгибаем. Ну, вот это вообще подстал, конечно. Давай. Это не особо я хочу уже. Любой. Ты положил ногу, сейчас я не вижу. Да. Одно Да, давай. Какой? Готовились, тянулись. Ну, к сожалению, с левой ноги я не могу. Назад. Да, 10 раз. Это был мой максимум просто. Ладно, сейчас попробуем с левой ноги. Ну, почти. Почти не сюда. Давайте в складочку.
Я просто гордился сам собой внутри, вспоминая детство сейчас. Я выжил. Поздравляю. Ну что, поотвечаем теперь на вопросики, пишите. Да. 6-7. Как подготовка к ЕГЭ? Вот меня тоже ей часто задаю такой вопрос. Ну, я целыми днями почти учусь. Утром у меня тренировки, вечером у меня как раз во второй половине дня у меня математика, биология. Там за дверью уже орут. Давайте, не пускайте уже. Зверь уходит. О, привет! Привет! Ой, Тельгер, здравствуйте. Иди сюда. Иди. Иди. Что-то под конец пришли, мы уже все. А тут спрашивают еще одну тренировку. В 6 вечера. Сегодня? Сегодня. Сейчас такая фига. Да, она так и делает уже. Пальцы грызть она обожает просто. Так. Ну что ты нам не прислал? А, вот. Можно ли пить во время тренировки? Нужно. Нужно. Но как бы не много. Короче, нам не задают никакие вопросы. Все смайлики, смайлики. А у нас что, разный чат? У меня тут один вопрос за другим. Да? Ну, про музыку долго спрашивают. Про музыку все скоро узнают. Просто пока мы не делаем никаких официальных заявлений, потому что прежде чем их делать, мы обычно слушаем музыку на льду. А так как у нас нет возможности ее послушать на льду, мы не можем точно сказать, выбрали мы ее или нет, потому что на льду всегда все звучит по-другому. Я согласна. Я очень рад. Что я еще могу рассказать? У меня день, как обычно. Тренировки, учеба, тренировки, учеба. Я не знаю, что можно сделать такого креативного на свой день рождения. Ну, сидеть дома только с родителями. Там начинают рушить квартиру потихонечку. Юки! Юки! Она такая, что? Что тебе нужно? Что ли? Так. Царя, она реагирует. Так, тут написано, куда я планирую поступать. Пока что это будет секретом, но я думаю, что... На меня напали.
Так, будет эфир на Дерне? Ну, маловероятно, если не будет, не знаю, время. Ну, как научиться рано вставать? Я тоже задаю такой вопрос, как каждый день, когда рано надо вставать. Ну, не знаю, я встаю каждый день почти в 8 утра. Даже когда у меня как бы нету тренировок или школы утром. У меня как бы уже... Я научила свой организм вставать так рано. Да, я заметил. Да. Когда сообщение в 9 утра приходит. Ну, по-вашему, 8, по-моему. Да. Спасибо, что ты об этом подумала сейчас, а не когда писала. Так, какие я люблю предметы? Физкультурные. Нет, на самом деле, мне очень нравится математика вычитать. Ну, когда у тебя получается какой-то, тебе, естественно, нравится. Математика, биологию не очень люблю, честно скажу. Вон, прокомментируйте, пожалуйста, про уравнивание оценок за Луц, Флип и Ридбергер. Ну, я, наверное, против этого. Мне кажется, это странно. Луц должен стоить дороже в любом случае. Ну, потому что он и сложнее. Да, она там. Да, она прыгает на меня. Если не двигаться, то она нападет. Так, тут написано, Мася часто вредит. Иди сюда. Сейчас она вам сама расскажет. Я вредничаю не часто. За вкусняшки я могу сделать все, что хотите. Так это ты про себя или про Масару? Про Масару, конечно. Дальше. Гречка. Что там про гречку? Увидела еду, блин. Да. Я Масару только что показала. Давайте последний вопросик. И всё. Да. Я думал, все хорошо, все есть. Какая моя любимая программа, тут спрашивают. Да, какая? Наверное, для меня все любимые, потому что вообще абсолютно разные программы. Я очень рада, что ко мне тренеры прислушиваются, когда я что-то им говорю в плане музыки или как я хочу сделать тут, как я тут хочу сделать. То есть советуемся, у нас как бы такой... Да, мне кажется просто, что для спортсмена каждая его программа — это настолько свое что-то близкое и личное, что прям выбрать одну в ущерб другим сложно. Даже я не могу, когда мне задают вопрос, какие ваши любимые постановки, для меня всегда это сложно, потому что мне даже кажется, что я не смогу их все, ну, то есть, как бы, какие-то отделить, то есть, получается, выбрать между ними. Это сложно. Ну да, потому что в каждую программу ты все равно вкладываешь что-то свое, ну, как бы, частичку твоего сердца. Так. Умная девочка. Так, ну, наверное, мы будем заканчивать сегодня. Да, всем огромное спасибо. Было весело, мне кажется, интересно. Надеюсь, вы провели с пользой в это время. 100%. Надеюсь, вы тренировались вместе с нами и так же устали, как и мы же. Так что тренируйтесь каждый день. Это вам придаст настроение, сил, энергии на целый день. Все, спасибо, Даниил Маркович, что сегодня потренировались со мной. Давай. Сегодня. Все. Всем спасибо, пока.